Prince Félix Youssoupov, vous avez tué Rasputin. Oui. Quel âge avez-vous, prince? Près de 80. Quel âge aviez-vous quand vous avez tué Распутин? Когда вы убили Распутина? 29. Prince, князь, appartenez-vous принадлежите ли вы к русской императорской фамилии? Non, mais нет, ma femme, но моя жена приходится племянница императора Николая II. Princesse, княгиня, знали ли вы о замысле вашего мужа? Да, я все знала. И вы одобряли? Да. Княгиня, я неоднократно слышал о том, что вы в некотором роде являлись приманкой, которой воспользовался ваш муж для того, чтобы заманить Распутина в тот вечер к себе. Это совершенно неверно. Почему? Потому что меня даже не было дома. Меня не было и в Санкт-Петербурге, я была в Крыму. Князь, сейчас на склоне вашей жизни, когда вы вспоминаете о Распутине, какие вы испытываете чувства по отношению к нему? Отвращение. Были ли вы лично заинтересованы в убийстве Распутина? Нет. Князь, если бы вы снова оказались в подобных обстоятельствах и должны были бы принять решение, совершили бы вы то же самое? Совершили? Да. Всю вашу жизнь вы отказывались от участия в создании фильма на эту тему. Все предыдущие фильмы о Распутине были сделаны без вашего согласия. И вот в первый раз вы согласились на участие в нашем фильме. В первый раз вы появились перед камерами. Князь Юсупов, почему? Потому что в других фильмах не было рассказано правдивой истории. Человек, который только что говорил с вами, человек, который убил Распутина, будет сейчас вспоминать. Морис Жакан представляет. Грета Фрабе.